еще не спел. Почему бы и да, Евгений? Это вы у нас же споете, душа наша. Ну что, ну что, ну что, ну что, как там Трампушка поживает? Как Трампушка? Трамп наш. Чей ваш? Чем? Петихас? Не, не надо. Не надо нам Трампа, нет. Нет. Вы что, не слышали президента России? Вам что сказано? За Камалу голосуем в этот раз. Что сказал наш президент? Кто ты будет? Если Камала нам, значит Камала. Пускай добивает уже США окончательно. Камала, конечно, да. Потому что вот, я же сказал в прошлый раз, пусть Порошенко на следующий срок идет. Нам Зеленский не нужен, это затянется просто. Они не послушали, сказали, пусть Зеленский. Вот теперь вот тянется эта тягомотина. А Порошенко уже добил бы все давно. Женя, это сейчас Бабичев ищет вас, сказал, ищу Женю поговорить. Будет на меня жаловаться. Жаловаться. Да, он сказал, что пойдет завтра Ютубу жаловаться на меня, обвинять меня в антисемитизме. Сказал, я антисемитка. Евреев, да? Назвала евреев евреями, обидела евреев до глубины души. Жестко, этого конечно. Пашу, этого ихнего актера по жизни, вообще оскорбила. Моржа вообще просто обидела там до переживаний. До них, ну, это же личное оскорбление, это же не потому, что он еврей, а потому, что там нет, он морж. Нет, ну я их обозначила. Как бы. Обозначили, да? Обозначила, да. Ну, вот это с хазарской точки зрения, как бы. Понятно. Сказала, что так, генетически... так подождите, Трампушка-то будет же спасать-то этот Израиль. Мало того, это же зараза Трампушка, он же собирается с Ираном войну развязать, вы в курсе? Ну, скорее всего, он хочет Израилю, ну, сделать хорошо. Израиль, а ему все равно, хоть Ирану, хоть кому там. Сказал, будет лучший президент для Израиля, чем кто-нибудь другой. У нас еще тут один оказался такой же поддержкой. Извините, это не то. Вот этого я хотела вам показать. Вам этот товарищ известен? А, ну, Илон наш, Маск, да. Тоже оказался у нас в кругу, значит, этих людей. Как так, или... как так, да? Как, вот казалось бы. А вот этого вы знаете? Который с флагом или стоит? Который с флагом. Подождите, это... Не напоминает вам вот это лицо, ничего? А, ну это же, да, Клинтон. Блин, Клинтон этот, блин, Кеннеди. Кеннеди, да. Это он с известным раби Хабат Любавич стоит. Ну это да, раби, да. Да. А, ну, в общем, я не знаю, мы вообще в Америке живем или мы вообще где живем? Ну, Трампушки сказали, надо одеть, потому что они любят говорить это, если хочешь постоять, надо одеть вот эту шапочку, и ты типа... А потом они ему специально фото это говорят, смотри, это наш чувак, это мы, и мы везде, вот так, это такая технология. Тут выступает, значит, Илон же у нас теперь в команду Трампа начал вдруг яростно проситься. Да. И вот был за Трампа ралли он делает, ну, предвыборные ралли, предвыборные кампании. Вчера он вылез, значит, на трибуну, Илон, и ему задают вопрос... Ну, говорят, как там, Илон, ваши отношения по поводу Израиля и Газы? Он говорит, ну как? Чтобы Израилю люди жили спокойно, чтобы начался там мир, нужно Газу и вообще Палестину изничтожить. Вот так прямо и сказал. Так прямо есть, да, задокументировано, да? Да, да, на видео прямо. Чтобы, ну, а что? Чтобы началась там... Вы представляете, то есть... Что происходит вообще в этой стране? Трамп теряет базу. То есть база Трампа, они, мы как-то вообще, ну как-то мы подозрительно смотрим. Вы в Техасе же живете? Да, да, да. Вот эти молитвы. А кто у вас на юге живет от Техаса? В каком плане? Южнее, ну, кто, штаты какие? Ну, какая страна? Ну, Луизиана живет от нас южнее. А вдруг нет, страна какая? Вы имеете в виду Мексику, что ли? Да, а там кто президентша? Ну, еврейка ж вышла там новая президентша. Как так вышло? Где Израиль и где Мексика? Я вообще не знаю. А вот это было 7 октября, да, 7 октября было. Но что делать нужно 7 октября? Что там Трампушка, что делает? Пошел молиться с Хабатом Любавич. На могилу Шмирсона. А, к Шмирсону пошел? Ну, там, ну, а куда ему еще, куда идти ему? Вы представляете, Евгений, а потом выходит Бабич и говорит, она антисемитка. Ну как, ну, а что делать? А что я могу? Вы скажите, я антихабатница, я Любавича. Вот так. А он, наверное, даже не знает такого слова, он же тупой. Он же ну, нет, почему? Он не должен знать, вы что? Да не знает он, ничего не знает, он вообще же ограниченный очень по жизни. Ему скажите хабат, он скажет, а что это, я никогда ну, не что, слышал. Ну что, у вас прям какая-то такая, друг с другом такая любовь у вас с Бабичем.
же вы друг друга любите, да. Ну, сейчас же, я просто к тому же, сейчас придет к вам жаловаться. Ну, вы передумали по поводу Трампушки-то, нет уже? Ну, передумали, зачем нам эта еврейская прослойка вот эта, зачем? Да, я говорю, лучше это, богиня Кали. Она тоже, она хотя бы периодически старается свою либеральную часть удовлетворить и против Израиля хоть что-то сказать. И хотя бы меньше какого-то оружия. А тут уже говорит, мы сейчас как выйдем, вчера подтвердил. Мы, говорит, выйдем и сразу по всем ядерным объектам Ирана грохнем. А что, говорит, тянуть резину, Трамп? Ну да, уже руки чешутся и так, да, конечно, понятно. То есть это люди, его база, которые голосовали за него, ходили там флагами махали, да, они говорят... Мы в этих выборах не участвуем, мы за Трампа не голосуем, у нас забастовка, мы не голосуем ни за кого. Вот. И тоже люди говорят, что Камала лучше, она, по крайней мере, разрушит уже страну окончательно, просто быстрее. Видите как здорово вам мозги пропудрили. В прошлых выборах, значит, четко за Трампа, сейчас уже, видите, какие сомнения. А вы бы выбрали его в прошлый раз, и что бы сейчас делали? Уже бы Иран бы уже смели. Да, видите, поэтому слушайте Путина. Путин сказал за Камалу, значит, надо за Камалу. Все за Камалу, и, вы знаете, очень сильно настроения поменялись. Если прошлые выборы 2020, да, вот у меня даже шапка, я тогда с вами встретилась первый раз, у меня даже шапка была, Трамп 2020. А вы посмотрите, там под ней может быть кипа. Внимательно эту шапку разглядите. Сейчас, там. Я, может, с вами последний раз вижу, сейчас меняю YouTube по наущению Бабичу за антисемизм. Кипа это хорошо. Не, мы давайте не будем никого обижать здесь, оскорблять. Кипа это хорошо под шапкой. Две шапки, получается. Вы знаете, он, ну, там одна шапка. Там, по-моему, хипа на кипе. Осталось большую шапку. Одеть, вот эту, кипа с козырьком. Меховую вот такую. Там уже хабатники, любавичи. Там, я уже не знаю, Таня вот это. Там уже негде ставить не креста, я не знаю, там звезды. Видите, как здорово. Сейчас Техас за Камелу проголосует. Так вот, я к чему, что в 2020 везде я шла, вот гуляла с собакой, да, стояли там надписи «Трамп», флаги, везде висели, машины ездили с флагами Трампа. Нету такого вот подъема, как было тогда, нет? Да я же говорю, если Путин сказал, что будет Камела, значит, будет Камела, ну, понятно. Ну, естественно, темнейшему-то виднее. Вы-то уже там зарегистрировались в госуслугах? Мы сейчас всей России будем голосовать. У нас же в этом году таких серьезных выборов нету, кроме американских. Все. Пожалуйста, всем подписчикам, чатику скажите, чтобы все обязательно зарегистрировались. С Индией у нас отношения хорошие. Говорят, будет 500 миллионов индусов голосовать еще там. Потому что там без вариантов. У нас же все айтишники индусы. Это вообще без вопросов. Самое интересное, Женя, понимаете, что когда дебаты были, да, с этой верблюдихой, которая Камала, который Кэмэл, значит, ни один из них, ни Трамп, ни Камала, они никак не адресуют проблему 35 триллионов долга национального. Они вообще никак не адресуют. То есть, давай... Ну, само рассосется. Да, то есть, вот давайте про аборты поговорим, давайте про нелегалов гаитянцев, которые едят собак и кошек, вы, наверное, видели это шоу. То есть, больше страна ни о чем. Так, подождите, а кого интересует долг? Никто не хочет о долгах вспоминать, это же непопулярная тема. Ну, как непопулярная? Люди, которые... Вот я сейчас до вас разговаривала с русскоязычным американцем, да, он говорит, у меня кредитка уже вот под завязку. Если, говорит, я раньше выплачивала свои кредитки в конце месяца, обнулял, да, и потом опять у меня с нуля кредитка. Он говорит, у меня все, теперь я только начал проценты платить. И мне хватает теперь бабла только заплатить за проценты. Ну все, я говорю, случилось. Ну вы же не один такой. Я же смотрю американских аналитиков, они говорят... Правильно, надо немножко обезжирить, да? Кредитование, за кредитование населения никогда не было. То есть люди все живут под максимум кредитки. Так вот, видите, вот разговоров нету, а обезжиривание уже идет. Так что все нормально идет, ну, по конечно, поводу долга работы. Когда еще запустили сколько-то миллионы нелегалов, которые съели всех котов и кошек. Вы слышали, да, про это? Что у нас гаитяне пожирают, ловят котов на улицах. Ага. И грилят их прямо возле, не отходя от дома. Ну, Китай тоже грилят нормально, что. Ну, Китай, они не на улице Америки грилят, а эти прямо... Кот вышел погулять, назад, а соседка выходит, а они грилят кота ее уже.
Ну, там угостили, наверное, что. И вот эти, вот это все, что вынесли американцы во время дебатов с Трампом. То есть Трамп поднял этот вопрос, что ты, Камала, открыла границы, запустила гаитянцев, они съели собаку. Котов нет, котов нету, да, мыши пойдут. В следующий день только были мемы, вся разговоры только про то, что Трамп соврал, он что едят котов, или не соврал. Вот это больше ни о чем. О том, что долг каждые 3-6 месяцев дополнительный триллион долларов печататься, никто не вспоминает. Так а никто, потому что не хочет, не собирается отдавать, планов нету, его невозможно отдать. Хорошо, это же, Женя, уже признан. Вы понимаете, что процентов на этот долг уже больше, чем годовой бюджет военных. Не, надо просто обрушить просто систему, а потом сказать, давайте начнем сначала. Вот я так думала, и будет. Они это все повесят на Байдененко, да? Что думали, на Байдененко все это повесится? Ну вот, я думаю, решили, что Камела будет дожимать, да, в принципе. Ну вот, знаете, база Трампов, да, то есть такие вот очень правые, уже говорят до того дошли, которые раньше были трамписты, они теперь говорят, пусть будет Камала, пусть она уже добьет эту систему, потому что сколько можно тянуть кота за хвост. Но Трамп еще может что-то протянет. И тоже Трамп, он говорит, он нас втянет в Третью мировую войну и начнет сразу же войну с Ираном. А чем это закончится? Драмки. Так это же здорово, это же так по-американски, втянуть войну, а потом сказать, платите все мне деньги, я буду тут они воевать за вас. Они отправили очередную 40 тысяч человек в Израиль отправили американцев. Да. Ну, как американцев, они все в кипах стопудов. Ну, не факт. Вы в кипах вообще на фронте видели людей? Ну да, не в кипах там. Дело в том, что, смотрите, у них есть боевая специальная кипа. Дело в том, что они в Америке могли бы найти 40 тысяч палестинцев. Ну, это легко, да. Ну, а туда поехали... Миллион можно найти. Да, туда поехали, как вы понимаете, тоже по отбору такие, которые... А, вы думаете, там такие, да? Это православные? Ну, такие, да. Кипа, да. Такие, в кипах православных. Ой, вей, да, вот эти вот. Ну, либо безразличные, либо полностью такие. 90% предвыборной кампании Трампа состоят из евреев. То есть вся сейчас еврейня его кампанию организует. И Кушнер, ну, это же мощное лобби же, что? Кушнер, зятек, да, Кушнер. Он, значит, сейчас занимается, будет, когда вот он придет к администрации, его администрация придет, то он будет организовывать набор персонала, ну вот этот штат, Кушнер будет отбором заниматься. Американцы быстренько составили списочек, кто, значит, у нас входит в состав трамповской компании, все, значит, под значком вот этим вот. Это потому, что вам Бабичев скажет, потому что они талантливые люди от природы. Понятно! Божий народ. Естественно, а тут же еще объявился один этот божий избранник, называется... Мага это коротко от Магавея, он какое-то имя у него Магавей, вы, наверное, его видели. Он разоблачает, он переругался. У нас тоже есть мага, да. С достойным переругался, но он мага не в смысле трамповская мага, а Магавей это имя его. Он сказал, что не все евреи евреи. Например, этот по жизни, который актер, он недостаточно еврей, а вот этот мага... Ну, конечно, по ним уже видно. Он ревье, то есть те, кто не верует... в их бога, то, значит, они не евреи, а он-то реальный еврей, а те не евреи. Потом переругался... полусортовые. С достойным и сказал, что русских как генетический вид не существует, то есть вы просто... Есть только как он еврей, вот. Такие чисто... Да. Да. Вот вы, да. Если православные, то вы русские... У них это так, да, они так любят. У маги по конкретно. По крови нету. Такого не существует. Нации придуманы во время революции. Русской нации не существует. И что это значит передача по крови? Я думаю, у маги вообще не существует никакой нации. У него есть только он сам. Наверное. В общем, это вот к тому, что после этого вот разговора мне сказали, что все, я антисемит, и меня будут Ютубу закладывать как антисемитку. Нечего рассказывать, вот что русские по крови существуют. Я говорю, а что, науку генетику отменили, да? То есть, вы просто решили, короче, оглянуться на избирательную кампанию Трампа и поняли, что вы антисемит, да? Не, вы знаете, чем проблема? Я же сказала Бабичу, что скоро будут погромы. Что будут скоро погромы, куда вы будете бежать, Бабичу? Потому что заканчивается, когда плохо в мире, как-то быстро все вспоминают, что есть евреи. Ну, Женя, это потом... Я знаю, что такие слова YouTube не приветствует. Можете потом вырезать, если что. Не надо. Ага. Ну, просто говорите исключительные, и все. Да, исключительные могут попасть в плохие обстоятельства, когда их гонят. И в Америке, вы знаете, пошла волна.
Прям большая. И вы знаете, такое впечатление, что им кто-то разрешать стал. То есть, если раньше этого нельзя было сказать в Твиттере, что, ну, как бы они плохо делают, а тут вдруг начали разрешать, ты, кажется, можешь это говорить. То есть, такое впечатление, что они хотят этих вот избранных выгнать с Америки, наверное, отправить куда-то в другое место. В Панаму. В Панаму или в Аргентину пока? Да, лишь бы не в Хазарию. Лишь бы не в Хазарию. Ну, пока не получается. Там у Зеленского не очень дела. Да, а то ж Мисайя не придет, пока они снова на Западе. Так, почему Трамп же, вы же говорите, он же у Любавичевского был же на могилке. Да, а Любавичевский что сказал? Уже, так знаете, он же и есть тот самый, ну, Машах. Да, он Машах. Не-не-не, у Хабата, у Любавича, у них он официально Машахом является. Да ну. Правда, да. А как же Илон Маск? Уже говорят, что это Илон Маск будет антихристом, который... Да не, ну это слухи, вы что? Есть же, ну, официалы же, официалы, я имею в виду Любавича, которые... То есть они что-то признали уже? Да, да. Вы уверены? Да. Мы бы уже об этом слышали, что-то мы такого не слышали. Ну как, вы забейте 7-й Любавический рыба и почитайте о нем статью на вашей... Вы узнаете, что он официально является Машахом. Ну, правда, он Машах не должен умирать, как бы, но так получилось. Вот это вы мне сюрприз сделали. Поэтому в иудаизме они считаются как бы сектой. Ну, потому что так Машах... Они же ждут, они же сказали, мы еще ждем. Он же Машах еще просто по преданию Машах, он бессмертен. Ну, в смысле, не должен умирать, короче. Машах должен... немножечко смертен, да. А Трамп, да, Трамп немножечко смертен. Он это понял уже, поэтому, как говорится... Понятно. Так. Ну, Женя, будем голосовать за Камалу, вы на нас надеетесь. Конечно, в этот раз за Камалу, следующий за Путина. Если Верховный сказал... Камала, значит будет Камала, да. Ну, конечно. Вы имейте в виду, что сейчас прибежит к вам один тот таджика избранный. Да, ну, скажет, мне уже давно говорят, что прибежит, он не может добежать, он наверное, занят. Жаловаться на меня про антисемитизм, ну, чтобы вы были в курсе, короче, если что. Да, ну, да. Хорошо. Ну, все, я на пойду на ралли Трампа, развивать наши идеи. Все правильно, все правильно. Все хорошо, что вы, перед выборами поняли. Да, мы это знаем. Камала, наше все. Наше все, будем продолжать, да. Камалу. Уже кто-нибудь пускай обрушает эту систему, а мы переводим, на рубли перейдем. Все, Женечка, всего доброго. До связи, до свидания.